Приемная кампания 2019 года началась в Одинцовском кампусе МГИМО. Для абитуриентов провели экскурсию по университету, где они увидели аудитории, в которых им предстоит учиться. Школьники прошли профориентацию и психологическое тестирование, а также проконсультировались с экспертами в области образования. Основным конкурентным преимуществом университета МГИМО является то, что мы можем учить и учиться на английском языке, что, естественно, очень важно для создания международных совместных магистерских и других программ двойного там, и тройного диплома. В 2019 году, помимо грантов губернатора Московской области, в Одинцовском кампусе будут доступны 38 бюджетных мест на программах бакалавриата. День открытых дверей посетили более 200 будущих студентов.